Good Game, всем привет. Берем интервью у Михаила Пименова, организатора фанфеста. Миш, ну расскажи, пожалуйста, как тебе вообще атмосфера? Ты как организатор доволен тем, что тут происходит? Мне кажется, то, что для первого раза у нас получилось просто отлично, потому что программа была насыщенная. У нас получилось объединить большое количество людей, которые могут почувствовать свою сопричастность в популярной культуре. Кино, сериалы, аниме, видеоигры, в общем-то, все, что мы с вами любим сами. Расскажи, пожалуйста, смотри, у нас тут как бы очень много стендов, у нас тут было косплей-дефиле, или дефиле-косплей, как-то правильно, неважно. У нас был сейчас шоу-матч по Mobile Legends Bang Bang. Расскажи, пожалуйста, что вот конкретно для тебя самое, скажем так, вот дорогое сердцу из того, что сегодня и вообще за эти три дня, что произошло? Очень многое из вышеперечисленного. Ну, начнем, наверное, с конца. Только что буквально завершился финал по Mobile Legends. Это, кто не знает, практически такая мобильная моба. Очень-очень похожая на то, к чему мы привыкли на ПК, но в формате мобильных платформ. Это было интересно, это было захватывающе, насыщенно. И, ребят, хотелось бы еще раз поздравить, пожелать им новых побед. И я обратил внимание, что народ тоже с удовольствием смотрел, потому что когда это происходит на большом экране, когда это происходит с комментариями, когда это все происходит с аналитикой, безусловно, это интересно. Ну и касаемо косплея, у нас действительно какое-то невероятное количество сложных костюмов. Тут ходил целый огромный робот с гоблином поверх него из Вархаммера, насколько я понимаю. Ну то есть я такого не видел, честно говоря, давно, потому что сам костюм, сама вот эта конструкция, она, мне кажется, больше 2 метров была. Как она ходит, я не понимаю. Ты про вот эту, которая с черепом, да, таким? Ну, которая с доспехами, какими-то пулеметами сверху. Там целая такой перформанс практически, целая инсталляция. В общем, что-то среднее между перформансом и инсталляцией, да, это интерактивное самое главное, как мы любим. Кстати, насчет матча по Mobile Legends Bang Bang, отдельно хочется упомянуть комментаторов. Ребята выкладывались на полную, это было, блин, просто потрясающе. Если бы все комментаторы так комментировали, киберспорт, ну, был бы уже совершенно на другом уровне. Миш, скажи, пожалуйста, вот, в принципе, ты сейчас сам сказал, что для первого раза прям все очень круто. Скажи, что на будущее вообще можно улучшить, что бы ты хотел еще сделать? Я бы лично для себя хотел бы видеть больше игровых проектов, потому что сейчас в России делается огромное количество игр, за которыми действительно хочется следить, хочется в них уже поиграть самолично, хотя в демо-версии, там, в билды, неважно, но все равно есть очень много всего, что народу будет интересно, потому что сейчас тренд — это локальный сеттинг, а локальный сеттинг у нас люди, как показывает практика, любят, потому что та же Мартешка очень хорошо у нас заходила, у нее была отдельная лекция про это все. Кто не знает, опять же, это такие игры, как там «Человека-лось», «Black Book», у них сейчас выходит «Лихо одноглазая», и за ними аудитория действительно следит с большим интересом, и вот такого хотелось бы видеть больше. Это, кстати, для тех, кто говорит, что в России не делают игр. Делают, все-таки делают. Делают, много делают, реально. Сейчас это прямо сильно бустанулось. Опять же, и с учетом всяких разных там поддержки всевозможной, с учетом того, что существуют всякие разные проекты, типа там того же «Начни игру», там федеральных и так далее. Поэтому в разработку люди продолжают приходить, делать свои игры. Миш, скажи, мы сейчас, по сути, увидели всего лишь один павильон. К сожалению... Извиняюсь. К сожалению, масштаб, скажем так, скромненький для первого раза, то, что надо. И скажи, будет ли расширение в дальнейшем, если что, скажем так, перейти на какую-нибудь другую площадку, скажем так, где уже фанфест можно будет прям, ну, скажем так, сделать больше, масштабнее, шире? Я думаю, что всегда есть к чему стремиться, и, безусловно, хотелось бы тот опыт, который есть сейчас, закрепить и еще больше усилить, улучшить, сделать еще ярче, сделать еще интерактивнее, сделать так, чтобы это запоминалось с каждым годом все больше, чтобы люди знали, что когда кто-то произносит фанфест, что это реально большое, классное, крутое событие. И это действительно было классное, крутое событие. И, Миш, скажи, пожалуйста, когда нам в будущем стоит, если что, ожидать следующий фанфест? И вообще, какова будет периодичность их проведения? Раз в год, раз в полгода? Как? Планируется, что это будет ежегодный фестиваль. Так изначально и ожидалось. Поэтому в следующем году у нас с вами есть все шансы. Огромное спасибо, Миш. Специально для GoodGame.ru.